Поддержать и поздравить военнослужащих приехал заслуженный артист России Григорий Лепс. Это самое малое, что можно сделать, на мой взгляд. Просто прийти спеть. Для меня это как бы работа, но в данный момент времени это уже не работа. Это уже как бы нечто большее. Спасибо, что люди собрались и слушали. Я им благодарен за это. Благодарен по-настоящему.